Привет, ребята! С вами я, Тимечева. И сегодня мы рисуем слендерину. Да, мы меня рисуем, да. Вот я, какая слендерина. Смотрите, ребят. Ну, это все, да. Ну, ладно, давайте хотя бы посмотрим, как это рисовать. Ну, опа. Ну, и все, что ли? Ну, да! Ой, слендерина. Я, значит, согласился, что вот ты. Ну, в принципе. Ну, блин, ребят, ну ладно. Ну, тут есть много героев всяких. Я не знаю. Разных. Вот, смотрите, например. Cartoon Cat. Это не Cartoon Cat. Так. Балди, сосед. Там все такое. Это кажется... это сын соседа, вот сосед, бабка Гренни. Так, бабульку быстро нарисовал. Ладно, ладно. Смотрите, это рисует. Смотрите, ребят, давайте дальше реально. Оп, оп, а тут у нас бита. И смотрите, это все закрасно. Ну, реально, ну, ладно, чуть-чуть прикольно. О, а вот это уже сложно. Ну да, ребят, это реально сложно. Вот это только художники, наверное, рисуют. Ну, нам это легко, опасно, красиво, пожалуйста. Ну, то есть не сделаешь. Смысленно, смотрите, это мои родные. Ой, слендерина, ладно. Кстати, поздоровайся, слендерина. Всем привет. Вот, ребят. Так, это же миссис Ти. Почему у нее бита? Зло... Мо-мо быстро нарисовал. Твоя мо-мо. Она знает, как в тот раз меня напугала. Это же ужас. Еще ролик не сохранился, ты смотри. Мо-мо-мо, конечно. Так, не вини мо-мо, сам виноват. Зачем я звонила? Ну как я просто хотел позвонить. Просто она, знаешь, тебя не любит. Ну, конечно, она... любит, да? Ну, бабулька, бабулька. Ну да, я с ней тоже дружу. Вот так. Так вот. Ты с ней дружишь, бабулькой моей, потому что она плохая. Ну, плохая, хорошая бабулечка. Милая вообще. Отстойся, она зачем не убивает? Зачем убивать? Ну, не хуже. А как ты? Да, кошку убивать. Значит, ты убиваешь своего друга. А чем бы тебе не убить свою подругу? Мы же не подруги, не разли. Не разли, ладно. А если разольешь? Ну то вообще. О, это доктор. Так, это бабка. Так, где ты это видел? Так я не пойму где, не знаю где. Это где-то видел. Да. Такого. Типа полный рот был. Так где он только был? Я забыл, ребят. В комментах напишите, кто это такой. Я забыл чуть-чуть. Так. Что это за монстр? Оп-оп-оп. Ага. Где-то его видел. Я вспомнил, это одна игра такая была, он там был. И все это из этой игры. Вот бабка Гренни из игры тоже была. Ну да, прикольно, прикольно. Ну да. Кстати, сегодня бабушка мне подарила. О, слендерина, покажи, что она в тот раз на 100 недель тебе подарила на Новый год. А я покажу. Ну, только когда Новый год. Да-да-да-да. И что-то подарки. Типа. Сейчас себе как она. Ой, это, по-моему, сковорник. Смотрите, ребят. Ну-ка. Реально. Нет, это сковорник, да. Правда. И вот, самое начало. Это
Забыл, как эту лошадь зовут. Нет, не надо, не думайте. Забыл вас. Как звать? О, вот этого я тоже где-то видел. В одной игре. Что тут есть. Ребят, реально много всего интересненького есть. Смотрите, например, вот этот. Чё он тут выглядывает? Видел совсем? Ну, ребят, это прикольно. Вот тут вот это, короче, выбирайте. Ну, давайте мы двух сделаем сейчас. Сиреноголового. Ну, то есть трех. Сиреноголового. А что у него руки дурацкие? Ну, надо подождать. Вот. Руки нормальные. Надо скругов нормально не получится. Нет, так нельзя. О, моя. Еще одна подруга. У тебя много подруг. Сестра, двоюродная сестра, а братик еще. Да какой братик, смотри, хватит. И папа, и мама. Ну ладно, шучу уже про папу. У меня бабка идет. Бабулька, бабка. Так, заткнись быстро. А этот заглатывает жертву. Я понимаю это. Кто такой, я знаю. Он самый страшнющий, страшнейших. И все дюзят. И бастят, как борода. А как борода. Но их на Новый год я не буду приглашать. Почему? Да потому. Стандарин. Да они убьют меня. Ну, на свой год можешь пригласить. Точнее, Новый год. Он, ладно. В общем-то, всем пока, ребят, с детьми мечеваем. Вот. Мы, короче, снимали тут. Всем пока!